Эй, ребят, привет, с вами Скорпион. И извиняюсь за то, что так долго я не записывал видеоролики с телефона или вообще с ПК. Потому что у меня на ПК, давайте сначала с ПК начнем. У меня случились какие-то проблемы с Бандикамом. Он перестал вообще записывать ролики. Ну, он там по отдельности что-то какие-то файлы соединяет. Мне это не нравится, потом перенастрою. Почему я не снимал с телефона? Просто AirShow опять в Flex Store обновили, и она опять начала снимать с какими-то дополнительными программами. Так вот, все. Теперь, я надеюсь, ничего этого не случится заново, и мы будем нормально снимать видео. Ребята, помните, у нас в голосовании была такая штука, типа, какого персонажа лучше купить в бойной фракции? Так вот, все проголосовали за темного императора Люкана. На втором месте у нас стал Саб-Зиро почему-то. На третьем Скорпион. Да ладно. Сегодня, ребята, я покупаю темного императора Люкана, потому что накопил 1062 кровавых рубин. Так, что за сообщение у нас? Так, давайте один пакет откроем за 50 монет. Что тут уже терять тогда? И спецприём номер 3 для серебряного персонажа. Теперь заходим, ребятушки, в войну фракции. И самое интересное, по вашим голосованиям, по вашей поддержке для этого персонажа, я сегодня покупаю темного императора Люкана. Пожалуйста, ребята, все. Первый персонаж мы из военной фракции на этом аккаунте. Купить. Есть, ребята. Есть у нас темный император. Так, давайте я заодно составлю с ним команду, чтобы тут как бы Джеки Брикс не стояло. Вот, ребята. Вот наш красавчик. Класс, ребят, первый персонаж за все мои аккаунты. Именно от этого вообще аккаунта, это мой первый персонаж. Темный император, как я и хотел. Ну, точнее, вообще, как вы хотели, потому что вы проголосовали именно за того персонажа. Ну ладно, ребята, с вами был Скорпион. В следующей серии мы с вами будем прокачивать этого темного императора и делать на него обзор. Но пока что я по голосованию его купил. Ладно, с вами был Скорпион. Подписывайтесь на канал. Кто подписан, молодец, кто не подписан, подпишись, бро. Поставь лайк. И всем пока-пока, с вами был Скорпион.